Хочешь познакомиться с девушкой поближе? Тогда советую посмотреть на нее без прически, без пушапа, без помады, без ресниц, без бровей, без тоналки. Ну, в общем, подумай. Без тоналки. Лучше с аналкой. Ребята, всем великолепное здравствуйте вам. Как ваши дела, рассказывайте? Как ваше здоровье? Напишите мне в комментариях. Я очень-очень за вас, ребята, переживаю, честно. А по поводу вот этого вот пончика миленького. Ой, какие пушапы, какие тоналки, аналки, господи. Вы, в общем, мой стиль знаете, запасы намотал. А там уже, в принципе, делать можно все, что хочешь. Хоть верхние отверстия, хоть в нижние два, хоть она рука. Короче, ребята, ну пончик, да, такой пончик, хорошенький, да, такой пончик, такая русые такие волосы с такими корнями черненькими. О, ребята, просто, ну, в общем, Саныч потек.